Здравствуйте, уважаемые садоводы! Трудно найти человека, который не любил бы свежие или соленые огурчики. Но чтобы вырастить их на своем участке, следует приложить немало усилий, поскольку эта тыквенная культура довольно привередлива к составу почвы и подкормкам. Подкормка огурцов – одна из самых сложных в выращивании культур. Он нуждается в частом поливе, постоянном внесении удобрений и защите от болезней и вредителей. Можно ли добиться хорошего урожая только при помощи органики и микроэлементов? Итак, подкормка огурцов зеленкой и йодом. В поисках безопасных и действенных решений дачники находят необычные применения привычным средствам и вещам. Так, опытные огородники успешно используют йод и зеленку для борьбы с различными заболеваниями огурцов. Чтобы избавиться от корневой гнили, сначала разведите 10 капель зеленки в ведре воды и полейте растения этим раствором. Затем разведите 10 мл йода в 10 литрах воды. И также опрыскайте этим составом побеги и листья огурцов. Еще один вариант использования названных средств также позволяет защитить растения от корневой гнили. Итак, одна часть йода или зеленки разведите в двух частях воды и смажьте полученным раствором стебель огурца на 10 см от земли. Достаточно всего двух таких обработок, чтобы избавиться от грибка, вызывающего заболевание. Секрет зеленки и ее антисептических свойств в меди, входящей в состав препарата. Медь не только защищает растения, но и является прекрасным удобрением для огурцов. Особенно полезным такое удобрение будет на болотистых почвах. От мучнистой росы на огурцах может спасти простой рецепт. Смешайте 9 литров воды и 1 литр нежирного молока, растворите в них 10 капель йода и обработайте растения полученным раствором. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!